не боюсь полиции, я ее приветствую. Об этом сегодня расскажу вам я, Виктор Травин, и мои коллеги, репортеры первой передачи. Беспомощно отсвечивает пузом внедорожник. Мы видим, что задние фонари вверх пошли. Ну что, машина перевернулась. От водителя только смятые пивные банки. Поисковый отряд ныряет в чащу. И вот лучи вырезают фигуру. Ты кто? Леший? Выехали на машине, которая... Нет, я пешком иду. Вы пешком идете? Да, серьезно. Я Сережа найду, не сидите. Это дед Михалыч. Мусор пошел выносить. Потом подумал, а что ходить? И поехал. Эти банки я хотел выкинуть на помойку. Теперь и машина в хлам. Права, страховка, ау. Не, не достать, ребята. Как так вышло, Михалыч? На 150 грамм-то и выпил-то. Я не ел ничего сегодня целый день. Ну, Михалыч, раз ты почти трезвый, дуй, не побрезгуй. Да, конечно, много. Михалыч, это недопустимо. Так что, старик, не серчай. Служба такая. Я не боюсь полиции, я ее приветствую. Всем пока!